Ну я не А, сумму. сервер засамонил. Что-то не сумонится. Короче, он кинули, он потом. Кто у тебя не сумонится? Что засамонился? Go fast, блин, 2 часа ровно. Первый трайд должен сделать. У меня все меньше и меньше кнопок после тебя стоит. Скоро их не будет совсем. Убить? Блять, он идет за мной. Он меня преследует. Он меня преследует, ну забери. Все, что может мне танк сказать. Я в рейтере. Угу. Хотел. Конечно, поугарал над магом, который под громилу встал. Сфоткаться. Бывает так, что вот звездопад на трэше натрогает так, что он не выключается вообще. У нас магов много, теперь декурс можно. Я могу не декурсить теперь. Ахуел. О, флэр матч. Соляр. У меня, смотри, теперь 3 ршама, теперь с декурсом должны быть. Блять, все лагают? Сегодня что-то лагаю, пиздец. Да нет. Это мои ршамы. А что с Рогой? Что с ним с его ДПСом такого? Кто-то закалял? Он от рассекла еще у нас был вообще. И мертвый. А, он мертвый? Только что умер. Так что за? Я понял, просто замена ему не будет. Не, ну 6к, мне хоть правильно показывает, что он 6к дает? Кашель, ты здесь, что с тобой? Кашляй ты, блядь. Т4, блядь, 4Т4, он не должен 6к давать. Я вижу Т4. Все. Поменьше, блядь. Пойдем. Рыба стоит. Да сразу осмотреть, кто там что, блядь. Означает, ну, блядь. Рога я хуй знает, пухи пиздец у него, конечно, хуета. Пока лучше бы ты не написал. Ну, вот считай, смотри, вот, вот просто смотри его тапки, нахуй. Это тапки Ульдуара, блядь. Там дырок ноль, блядь. Статов хуета. По-моему, не зачарен, хуя. Ну тапки я вижу зачарен. Запы зачарен, запы тоже поебень, ну, с ика. Без дырки, без всего, хуета полная. Какая секунд, пока не заходит. Набей пока одного, сейчас пойду через мост. Не знаю, нахуй, сколько он даст, блядь, ну, хуету по-любому. Покурить время есть, пока там хуету да. Разбирают. Парамет есть. А сейчас, прикинь, не дает 30к. Собаку. Ага. Не, ну я не знаю, он должен дать, но у меня в таком гире и в комбате я тогда 10 стабильно выдавал. Ну у тебя капр ПБ был? 9-10. Ну ты, это ты. Но у меня капр ПБ был, ну а у него тоже должен быть капр ПБ, посмотри. Не знаю. У тебя шмот пиздец, ну, жесткий. Вар, там даже по ДПС видно сразу. Ну, вар, да, там сразу 14к, блядь. В трэш просто. Хант, ну-ка еще ханта глянь. Блять, пуха пиздец, конечно. Вот это вот, блядь, кельдилар, этот обоссанный. А, грабли, блядь, не заметил. Ну, хоть камни, видишь, стоят. Хорошие, хотя бы. А хотя нихуя, смотри, в запах поясе, блядь. Mm-hmm. Но это еще будем считать, не накопил.
Или поменяет скоро. Ну, может, меняет эти... Стрельба. ...на РПП. Кто знает. Но остается надеяться только на четкий своевременный на пул. На магике. А ты? 10 по ДПС, 11к, 12к. Пуха говно. Блять, то чувство, когда вышел с этой скоража на обычке, да, с кольцом. Пепельного еще нету. Зато, блядь, смотри. А, это. Покупные тоже. Или это крафтовые тапки такие. Где Т4? А вот Т4 есть. Что там все? Распределились? Кто входит? Ну, шея есть хотя бы. Ну, пепельное кольцо еще надо, конечно. Нормальный маг. Должен дать. Fire spec, смотри, внимание, блядь. Знаем, сколько файлов. Совет МК будет 3 мага, а 4, бля. Я с Киртовым делюсь, спасибо. Губа треснет у тебя, блядь, от МК. Ладно. Ох, господи, лог какой-нибудь. Бля, Кирт, он сейчас как-то спекнется, пиздец, нашему киту. А все знают, что делать? Тотемы пока магия, спущенка даёшь, что там вместе с Иташей. А Эконс и ВБР, уставшие с Шоксом, там сдадить. Надо будет первый, кто далеко встанет, то его не прохилить, потому что частицы, блядь, я не знаю, лучше тут на Вайда частицу или на кого-то еще. Тулиш, ты тут? Тулиш. На Олдмаунс? Нет, грабли, я тебе скажу, на кого надо будет напуливать, и все, напулишь на месте. Давайте без минуток, ребят. Пристабаф обнимите, не на всех пристабаф висит. А со вам декурсить надо? Да. Одна из сов пустила свету. Первая группа — это танки. Кого держать? Так же? Да. Этот, ДКшник в Дисе, Алториус. Аталитас, Тирас, Куирас. Арториус. Арториус, ты тут Арториус? Блять, хуй прочитаешь, короче. Это самое, ну, Олма танчишь, да, танчил его уже. Черепок Лока. Там панцирь прожимаешь по КД, чтоб с тебя скинулись стаки и все. Ну и собаки появляются. Собака? Вот собака. В кружке примерно здесь, возле кружка черепок держишь. Ну, этот. Танку, короче, мобов. 4 собаки до Олм открывается. Керус, как обычно, треугольник и звезду. Я крест и луну. Все. С пула никто не бьет, вам скажут, когда и кого бить. Все, последний я решил лок, он действует здесь. А то минутку просил всего. Да, если без лока начнем, потом подключится, похер. Вроде, вроде принял или... Ну и чекни еще раз. Все, готов, готов. Все, давайте. А где Рога? Че он не с нами, блядь? Рога, ау! Ты там чё, в основном кэмпе? Рога в милизоне стоит. В милизоне к нам, иди сюда, ты не бьёшь вообще, кроме собак, никого. Иди о, сюда, о, блядь, блядь, где милики стоят. Пару раз. Слепо глаза, да? Аккуратно, смотрите. На поле вы, на байда слепо глаза. Thank you.
Собаку сыграли все. Танку забирай. Маги, маги, не надо бить, там демоны бьют. А это пет вроде бьет. Магуски. Савури, тут дайте старого посмотри. Пиздец. Минус три. Что минус три? Сальва. Четыре сальва. Блять, если по глаз. Давайте похуй, нам повезет, мы одного если убьем. Дайте Геру и хуярьте изо всех. Ну, Геру, давайте похуярим, Геру. Я помню, один раз там три раза один и тот же чел был. Когда я ходил, помню. Нихуя себе, шуриком блыли эти по глаза. Собака. Нормально, собака блядь, только. Войда не проебите, там хилы. Полное исцеление чувствую. Вроде успеваем, давайте хуярьте сильнее. Сколько нам еще эти? 15 секунд успеваем. 2 ляма, давай. Все, можно теперь перекурить. Сейчас, сейчас скоро активируется кто-то. Крош, вот крош. Крош. Сука. Метки выносите от ДД, смотрите просто на ком кидается. За агро аккуратнее смотрим, потому что если нас выбор, пиздец, на это. Все сальвы в КД. Угу. Да, вот на боссах никогда не пробуют. Нихуя. Там... Вносим метки РДД на ком. Бомба. Хотя бы на 5 метров. Масхил хороший, разгоняйте, шаманы. Сейчас будет это АОЕ по всему рейду, не зыбку дам. Мастер аур на огонь можно. Да, мастер аур на огонь, блядь. Дал не зыбку. Захиливайтесь, не уроните никого. Сова, сейф, прожми и транхил. Все, стоп, эти будут. Жми лику, захил. Опять кровь. Он дальше, да. ДК, ты знаешь потом массейф, который на Оме. Ты ближе к нам. Знаете, тотемы. Первый тотем пошел. Спущенка плюс. Иташа, вынеси метку. Иташа. Киртл, смотри, сейчас убьешь нас на. Хуярьте вот сильнее, да. Вы должны его добить. Три мага в Омане нахуй. Сработал. Да похуй. Второй тотем, это... знаете, Экон и ВБ. Экон и ВБ. Прожмите какую-то хуйню на агро, там маги скиньте это всю хуйню. Грилит срезку нет. Нажми. Не срезка его мне. Там ком. Давай ДК, не зыбку, давай ДК. Масса кровь. ДК не зыбку, масса кровь. Бля, ну, не добьем. Да ничего страшного. Декурс готовьте. Собаки, собаки. Собак забрали? Да, танку собак забирай. Четвертая пати плюс. Собак. Этот, дикой, Керус, дикой. Я сейчас тебя короля заберу. Угу. Как сыграли? Потапся на собак без печати бьешь, чисто бури и все. Без печати, иначе ты их захилишь. Смотри кто там, считай сколько собак там живых. И косноязычие на этого пидора. Косноязычие, киньте локи быстрее. Косноязычие. Все, я в новый. Танк сервис рыты капулю, ладно. Угу, спасибо. Иннер по хапалу дай, сова. Я тоже, кстати, могу нервы, в принципе. Собак дохуя, надо. Блять, закиливается собака жестко вообще. Там куда их под печатью бьешь тоже? Пиздец, мы умерли. Короче, не зыбку дал. А, все, исчезли собаки. Я же говорю, вот так они скипаются. Опять крош. Опять а ом опять. Собак задача убить. Потому что я не зыбку отдал сейчас. У того ДКшника не знаю сколько, когда. Еще пару секунд, наверное, когда он будет. Только физуроном магии собак не бейте. Депурсите магию. Я из магов, походу, тут один депурсит.
Декурсите, не сука, кто не декурсит, здесь. Нахуй, проклятие не снимает, ну, минус 50 кролу, нахуй, сразу. А, Костояс обновите. Быстрее продекурсим, все. А, третий тотем поставьте. Третий тотем. Шокс плюс я уставший гимна мана. Бля, там собак много, да, еще? Да, много собак. Давай не зыбку докашни. Они должны исчезнуть. Да, на всякий случай. Да, на, нахуй, нихуя. Сколько их там было? Я не понимаю, по собакам урона нет, что ли? Сколько собак? Что их бьет, блядь? Один вар, два роги, блядь, два паладина, все? Там, кстати, лужа была. Кто-то лужу разливал. Кто-то их захиливает. Ну давай посмотрим урон в собак. Освещение 200 тысяч. Надо освещение, кто-то. Вот освещение 200 тысяч умножай на 3, это 600 тысяч от хила. А эти собаки не пропадают? Да я же говорю, они иногда пропадают, иногда нет. Видимо, косноязычие поздно. Бля, там собака стоит, нахуй. Она исчезнет сейчас. Ну, бля, такой трай идеально. Вот Ом заебал уже. Яды не дают от хил, только магический урон. Яды? Заебись, исчезнет собака. По идее. А ее сейчас не убить, да, магии? Нет, убираю. Не, ее можно сейчас это убить. Это не та собака. Активированная собака захиливается только. Может, наоборот, пусть Керус поддержит, а Тамку двоих поддержит? Да, можно. Давай, Тамку, держи двоих. Керуса как раз физ урон. Не будет никаких ушей. А мне собак, да, держи? А, кашель вышел. Ну, и вкусно. А мне собак, да? Кашель, это кто? Это Рога? Да. Ну, чё, сколько он дал, кстати? Я сову наберу, тогда меня сниму. Ставься шкаф. Я могу сам в кота прыгнуть, если что. Чё, у тебя кот? Ну, чё? Буду кливать трэш, типа. Чё он у тебя как одет? Ну, РПБ фул, нормально. Ну, давай в кота. Всё, ну, две совы есть, сейчас прыгну. Жив стоит, я слышу. Угу. Суманите, дайте дискорд, сейчас это вам поменяюсь. Жив битка. Знакомый ник. Да. Просто там еще раз спрошу, вот сколько было живых собак, когда мы сдохли? По-моему, две или три даже. Три ну, собаки три, скорее живых всего. Было. С двумя, ну, потому что еще выживают. Вот задача убить три собаки, хотя бы одна осталась, вот. Старайтесь. Ну сейчас там будет Мишка плюс кот. Надеюсь, ты больше того ну, руки сейчас дашь. Понимаешь, вот мы ее убиваем, она не отхиливается. А потом вот в конце как кто-то начинает бить или что, и она просто что, стоит стока у нее и все. Ну понятно. Ну сейчас получше будет. Сейчас паладин с магией уйдет на двоих боссов. Мишка с физой будет. И еще кот добавится. Надеюсь, он больше этого роги даст. Плюс у него яд. Да. Что заебись должно быть. Чисто физа будет. Ну так все хорошо, РДДшников заебись. Прямо хороший. Да, только вот Олм всегда он заебет. Он то скипает, то не скипает. Косноязычие прям следите, Локи, чтоб на нем всегда висело. Тогда там Грилит знает, если он в теме, то пускай он смотрит. По идее, эти скобаки могут скипаться, по идее.
чё ты там? Сейчас. Руку поставили? Вон у себя. Поели все. Угу. Все. Маслами обмазался, можете начинать. Даю этот. Еще раз по тотемам говорю. Спущенка плюс Иташа. Шокс плюс Устала, ЕВБ плюс Эко. Так даете. Там кто-то ФК, наверное. Что-то он на месте бегит. Кто ФК? Да вон. Арториас? Арториас какой-то, блядь. Арториас, да. Ты тут? Кстати, выкинула и захожу. Угу. И гибитка еще здесь. Бать, на мне ни масла, ни хуя. О, прикол. Ясно, вагон. Да, блядь. Кристобал, дайте по этому подругу. Так, еще раз, давайте. Да не зашел он еще. Девка голая, ты че? В стрингах. Про кого? Не заглядывайся, тебе танчить еще. Ну, ну Иташа. Иташа? Руки на стол. О. Валера, 30 годиков. Пошку. Да он исчез только танком. А этот где друид? Друид здесь. Иташа, давай знакомиться. Давай, Арториус, попросту тому. Загружается. Угу. Что попасть? Я сейчас посмотрю по эридарам. Блять, надеюсь, не жирный и не волосатый. А Хант ебашил по собакам, чуть не заметил. Не знаю, нет, наверное. Хант, ты собак бьешь, у тебя же физ урон. Бей собак тоже. Да, Хант, не забывай эту хуйню. Когда Олом активировался, ты собак бьешь. Только смотри, физ уроном, ну, стрельбой вот этой. То, что там магия, типа, не использует там всякие... Град стрел не используй, короче. Все. Хотя град стрел, по-моему, тоже физ урон. Короче, любая магия на 3 умножается и отхиливает собак. Так что магию не используйте. ДКшник, ты тут еще? Загрузка идет. Ебать, ты грузишься долго. Друиды у нас офнулся. Давай, лок. Ок.
вкуса тут. Да, в лаунчере появится кнопка играть. Ты через лаунчер не запускай, запусти через систему файла. Через паку играй, если вас запустим без лаунчера. Там есть приложение Run. Угу. Называется Run Ехе. О, вы из Англии. Блять, время жрет наш. Сегодня у всех такая беда. Тем лаунчером. Да я вообще охуел. 28 мегабайт скачивать. Я сегодня лагал, блять, зуломание и тут подлагивал. Бегу, бегу, в вихре смотрю, что-то дергается, думаю, нихуя себе. Сейчас еще вайпанусь. Ну, идем пока замену еще. Навар, че уж? Не знаю. Ну, по-моему. Он скоро тоже вышел? По-моему, он из Диссада и вышел. Дела срочно появились. Ну, либо не выдержал такого давления. Найдите замену. По-быстрому. Можно кота, можно Вара. А как ты, где ты писал? Мне маг пишет. Не, уже дохуя. Физуха нужна на собак. Да, запустила. Вот такая вот здесь? Да. Влад ДК? Физуха где-то? Ну да, Влад Физуха. ДКшник там вроде зашел, да? Вроде. Здорово. А, трейси можно кикать сразу, я думаю. Почему? А если ко мне ока? Нет. Вы его суманули? Чуть не вижу его. Он слабенький. А-а-а. Ну-ка давай. А ты сколько даешь ДКшник? У тебя 4-4 есть? А, у тебя 3 только. Да. Наверное, много не дашь. 7-10. Да нет, это для грулмагика обычки такой ДПС надо.
Тут Гера. Заходишь, нет? Сколько еще ждать? Тут надо 12-13. Я в игре. Ты не в игре еще. А, все, наконец. Но мне ШД пишет. Рога. Блять. 4-4. 100к даст? Ну просто неизвестно, сколько он там даст, блядь. ШД дает больше комбата, просто держу в курсе. Не, ДКшник я хуй знает. Ну или на ШД урок у меня. Ну ШД больше. Ну да, тут видишь, и камни у него какие. Он, ну, не для этого инста он одет. ЛК камни. Сюда надо с БК камнями, чарками идти, с БК флаской. Ну, у вас ШДшка. Сейчас узнаем, что это такое. Вдруг тоже с ЛК камнями сейчас. Ты там покинул патч. Жди, я его, блядь, не смотрел даже. Ну он с это, с БК камнями. А ты его кикнул? Он уже камень кастует. Воровская честь на 2 зачем-то. Да, странно. 2 хватает, наверное. Да не, зашквар какой-то. Одного туда же найди мне. Че он перехотел? Дебил какой-то. Че Михаила? Да не хочет. Сильвер вон че? У него. Попал, 243 есть. Попал? Да, трэш подержит чисто. Ну трэш можно, а я подамажу, да. Угу. Сейчас посмотрим. Как он одет, интересно. Сейчас посмотрим. Или повар с гильзи. Повар, да. Смотри, нормально, если нет, то повар с гильзи. 24. 2-10. А двоих он потанчит, я хуй знает. Выдержит. А мы говорит, спрашивают 4. 4-10 повар есть еще. Трэш подержать. Чисто. Думаю, вар лучше будет, не? Хуй знает. Ну у нас сокрыть нет. Повара. Ну это. Маш ШД или что он. Блок щитом не помню, как он. Глухая оборона. Это в Т4, а не в Т10. Короче, говно. Грудая говно. 232, 226 шмот. Не, это челочь. Не для ГМХ. Давар не лучше, нахуй, тоже вон по ХП смотри, блядь. Он трэш чисто подержать, и всё. Где собак? Он же физ урон дали. Шкаф. Смотри, шкаф. Кота спек. Зачем кота? Он двоих держи. В смысле? Ну ты двоих подержишь, там куб потанчишь, а бада Марса. Ну ладно. Не, вот он реальную тему сказал. Он если в кота пойдет, танку подержит этих двух пидоров, он жирный. 8.
Вот, а Керус по трэшу охуенно даст. Все правильно. Ну, давай так. Так как вар есть у нас на трэш теперь. Все, давайте наконец стартуем. Дайте по вару бафы все. Че, тогда остаюсь? Керус да, в кота. Да. Танку в танке. Танку держишь у нас кого? Киглера и короля? Ага. Все, киглера, короля держишь. Там знаешь, да, танку там... Там вон где этот треугольник, где-то там есть ямка такая, знаешь, да? Там поищешь, попробуешь встать, чтобы не откинуть. Подождите, а вар что делает? Вар, собака. Где метка крест красная? Собак, собаки когда выходят, вот? Просто держу собак. Угу. Да. Окей. Здорово, Игорь. Здорово. Не просто... Все, не просто... Не просто собак. Дайте фласку. А как... Просто собак и все. Не просто собак, а когда активируется Олм, 4 собаки вызываются, вот ты их держишь, крест отводишь с кружка. Подожди, где крест? Добавим полный микрофон. Сразу набираем на 4, да? Угу, там на пылу есть. Ну и будет по одной выходить, ты тоже зачай. 2, 1. Еще одна вы. Тут ты побежал, стой, обратно. Стой тут. Здесь стоишь. От крест подойди вообще. Киглера, ставь крест туда. Киглер. Сука. Вот это спасибо. Кто? Кто? Да. Не только тебе. Да как это на Наоми? Ты сдашь из банка? А бля, ревностный прокнул. Что происходит? Почему вы вопрос срываете, блядь? Ну что не так с вами? Шокс есть, кстати, по-моему? Все, пробафайте сразу. Дайте на пул. Бросьте. Идите за амбро. ГДК маст. Так, это, да? ГДК прожимку. Да, блядь, опять как? Ты ближе к кому останется тогда? Джунда, поменяй цель. Метки выносите, блин. Танку на фул держите, блин, прибивает пиздец. Не, коннокируйся, ты что это? Нажимайте, пройдите. Опять молитву сбивайте кто-нибудь. Возьмите в каст, пучонку возьми в каст. Типа глаза молитву не бивайте. Грилли, ты бани раскол. Первый тотем пошел. Чокс плюс питаша давай. Гим, читай. Сгущенка, Чокс, ты тут? Он в хиле, да, сгущен? Да. Я устал, а на хп читай. Быстрее на хп почти. Ебаный рот, Олма. Собак. Убирай собак. Я пакету даю бы Мурмен по гибитке, да? Не курсись. Варчик, держи агро. Держу.
Обновись. Ну я напугал на него. А я остановился. Собаки фуловые сидят. А, они откили. Наташа, выключи печать, бей без печати, пожалуйста. Хилится? Быстрее. Без печати бить надо, я же до этого сказал. Исчезли. Повезло. Папа, ты так мало оу сняли. Давай второй тотем, я как его бей, быстрее, без маны стой. Его закинь, похуй, по-моему. Там кеглеры еще открыты. Кеглю бейте. Петов переключайте на кеглю. Тампу надо держать вам. Потом от сил природы поставьте. Кто-нибудь любой. Кущенка. Или как там, кто-то там. Наташа, вообще все печати выключаешь, когда собаки четыре уходят. Только божественные бури бьешь. И все. Я там другой рэп прикрутил через чай. Да, я уже отключил. Все. Прош, блядь. Эма там назовите потом. Эма нашел. А так мне потом сдадите. Окей, скажешь. Ближе к полному станете, не будет хилить. Это бак отхилился. Есть у кого инны похупало залейте? Уставший есть гимн читает? Месяца там не спущенки. Стоп, идти покажу, чтоб не сорвать. Кто опять? Крош? Слухоглаз. Сколько у тебя дейна? 20 секунд и нормально. Есть гимны какие-то? Нора. Закиньте по Шоксу и по Хапалу вообще. 5 секунд Вероники скинули. На фул бой, да, держите волну и хитите его. Там настакивающийся урон жесткий. Майда на фул. Хиллер. Леник, похиль на собаке маном пока что. Там 4 хила пока справится на фул, подними. Иди с нами похиль. Похилил. А Войнер? По кому? Ты чё, в... Это, в церкви? Да. Ебись. Винер. Это он читает. По Веронике Иннер, да? Шокс пока набираем ману, я не знаю. Обновляется и щит кинь. Тотемы есть плюс-минус, шамана напишите, у кого еще сколько минут. Кущенка, нажимай тотем. И гимн, у кого есть из этих. Нажимайте тоже. Сгущенка тотема в второй пати ману есть. Я его перенял, только что если подвался. Киртл ловим. Да, давай, Киртл. Киртл, вставай, пробахнуть сразу каску. Да, вы не забывайте, вот вы его резнули, каску, лапу, пристабав надо. Значит, он опять сдохнет на ОЕ. У него 20 тысяч хп всего. Нет, на ОЕ не нажимайте что-нибудь. Сейвовое. Давайте крошу добейте.
ближе станьте чуть-чуть к Ому. Ом вас не будет бить. Вы отталкиваетесь, теряете ДПС немного. Сейчас ты поглажишь, да? Удобно. 50 секунд, например. ЛБ, сколько ману у тебя? Мне пока хватит. Нет, я имею в виду до гимна. Сколько у кого осталось? Минута. Минута? Да, минута. А этажа сколько у тебя? Вы давайте Геру Кеглера бейте. Давайте под Геру Кеглера. Ты можешь там в коте подойти побить, там только отбегать надо, как на заломание. Овца. Короля. Блять, уже бывает как ёбаный. А ты не диспелится, в чем прикольно? Диспелится. Леника, иди нормально по ломане. Сейчас еще раз ему закинь. Добейте лям. Заебись. Надеюсь, не поглаз. Все, с королем сюда поближе стань. Слепоглаз. Добивайте его. Поближе сюда встань, к слепоглазу вот сюда. 20 метров от меня. Его нельзя же бить, да, блядь. Кого нельзя? Ну на уровне сушающий дает слепоглаз. Миликом нельзя. Да. Там плюс еще крош рядом. Сейчас уже разъебем их всех. Там самое главное ум с собаками. Надеюсь, ретрики выключили печати и там. Сова не выбилась. Ману регеньте, короче. Можно об короля регенить. Можно об кроша, в принципе, регенить. Хапал регень, там, он об короля. Этаж есть гим? А, его бы гим, давай я это спутаю. На ману интересует первую очередь. Добили? И по глазу давно упал. Кроша добивайте. Собака. Выбеги, блядь, сейчас в рейд летит. Выбеги. Да, блядь, вы смотрите за агро, ребят, может, что за хуйня? Когда он вас кастует, сразу выбегайте с рейда. На Кира следил пуки. Кого? На Кира следил пуки. Постоянно срывался. Все, сейчас будет он. Собак сразу забирает. Кира, помогайте собак забирать. А дальше отойди. Внимание. Нет, не все собаки еще. А дальше больше отойдите. Ханты тоже напуливайте. Собака и бей собак тоже. Дальше кафолики. Все, пошли собаки. Красноярск обновляется. Я собака пошла. Заберись, Родриго, давай. Без печати, по-моему. Просто будет лучше. Давайте собаку вообще ебанемся. Я если что, мы сейф первый дам. Не, сейчас уже убили почти собак. Ну, если убьете, то не буду. Одна собака осталась. Добейте ее. Быстрее, успеваем. Даже кто под машиной, она вообще сейчас еще может. Все заебись. Да, убили все. Можно без своего, да. Собаки. Okay. Иннер, закинь по шопсу. Выбирай собак. И курс. Точечно собак залезть, а ты чем хуяришь? Размахом?
Я размахнул, плюс этот комбо-поинт разбежал. Да ты прям... Нет, ты точечно? Значит, размах. Просто энергию ты. Вот, второй точечный. Смотри, ты 4 кунишки разбежал, у них с укусами. Короче, я дам, потому что собака, он живая, есть. Да, давай. Последняя собака. Она исчезла. А, не исчезла. Ну он баф сразу на себя вешает, потому что он один остался. Сейчас вы его добьете. Собак не бейте, все босса. Один лям. Босса, босса, нахуй на собаку, нахуй собаку. Милик, идите с этого босса добивать. И все, и короля. Собаки чего? Заебись, наконец. Смотрите по бафам, это еще не все. Теперь печать можем подрубать? Пламя, да. Дайте к истерии по двум котам, это срочно Кекс и Керус. Керуса, да. Угу. Погоди, кто еще раз? Икерус? Икерус, да. А кто это? Кот первой пати. А, все. Я думал, Икерус. Да. Босс, даунский босс, блять, просто минус 10 минут жизни. А мы еще ждали этого улицы. Класс. Что там? Босс, что, с ума сошел, блядь? Не, какое, шо? Блядь? Чего нахуй? Он меня превратил так долго. Написать забыл на бадака роли. У нас тут там, в принципе, комбовится. А тут все равно ничего на танка не падает, так что. Похуй. И там есть что-нибудь на ману? Если можно дойти. Ты кто просит? Кирилл. А, думаю, это вот он, когда фаербол кастует, 4 метра вокруг танка шотает. Смотри, только ты умер. Ближе всех стоял. Судьба у него сегодня такая. У меня 30-ка залетела, блин. У всех больше, чем 30. Ну, вообще 40 нет, тысяч. На нем считаем бы не было. На группе. Двухручка. На группе ее нет. Нет. Да, на группе рольте, что хотите. Да, распределяем, давай. Если не строили, вошли. Может, Никс первый токен с ролем. Пробегаем. Прикольно, что. Я за водичкой пойду. Короче, Кентал, Женя, третий урок его закрылся, чтоб побыть, заебали они с ним. Пробежали? Главное, чтоб блоки пробежали. Все, и падайте. Но Грейли тут стоит, так что нормально. Убегайте вы от них, кто не уйдет в инвиз, тот умрет. Не подходите.
Подойдите к коту. Ну, бля. Ага, все, все, уже сдох. Няня, вар, тебя сейчас разъебут. Он сказал, водички пошел попить. Ага. Теперь на хулипало идет. Пизда. Так что... обратно. Так что, блядь, не знаю, что вы. Они... Все, спал. Ты уж извини, Керус, но так было нужно. На боб. Отдали ничего. Ну так, 27. Стал бы я еще что делать. Короче, нянька и Арториас, будете закрывать руки, танку ретрика. Секунды, подождите. Так что делаем? Закрываете руки. Я в ТД тогда. Ну, я понял, а что делаем? Да? Я понял, что руки закрывать, а что делать? Это что там, ресните или суманите что-нибудь, блядь? Да, засуньте. Я хочу посмотреть, что там. Ну, Войд вон лежит на другой стороне. Давайте суманите. Эконом тоже валяется. Как-то, я не знаю. Лох, шкаф, дайте. Далее шкаф. Так, кто будет стоять от Тапсона? Маги своих петов можете поставить. Хансова пет умеешь ставить? Ухебать. Красиво, да? Прикольно. Ханс, ты умеешь своего пета ставить в АФК режим, чтобы он на месте стоял? Поставишь в крест, сейчас поставят. Посумуйте двоих. Короче, руки два танка создают. Сейчас я примерно метки кину. Вот, примерно в этих... От луны, центра и треугольника закрывает пусть Арториас. А нянька, ты печенька, звезда, вот здесь в центре тоже смотришь. Стоите в центре. Я на печеньке стою. Ты стоишь в центре, где стоит Гру. Оттуда смотришь. Твоя сторона — это звезда печенька. С этой стороны. Понимаешь? Будут выходить три такие ладошки. Зов камня — три ладошки, и через 10 секунд они просто сомкнутся. Тебе надо стать между ними, и метка появится, и все. Это твоя задача. Одну руку закрывать каждый раз. Киртл и Слэйр Мэйдж тоже закрывают руку по очереди. Первый раз просто закрывали, второй раз под глыбой. И потом меняется, потом делает это Киртл или Слэйр Мэйдж и все. Я ему руки закрывать в танке. Головой. Я ничего не понял, я иду в центр и смотрю. А кто это спрашивает? Появляются руки, такие две ладошки. Ты между ними становишься и все, они хлопают тебя. Хлопают. Ну пиздец, ну что еще я должен сказать? Я не понимаю, как объяснить. Ну прожимки там прожми, чтоб выжить, блядь. Это кто это, вар? Спрашивает, да? Да, да. Объясни ты что, ему. Ты что, первый раз тут вар? Прикинь. Он, да. Ну все, короче, сейчас если раз вайпнемся, надеюсь, запомнишь. Из-за меня, да? Да нет. Короче, две совы. Хан поставит пета и две совы. Ханта и маг поставили пету, да? Две совы стоите в кресте, все, как и Керус. А второго пета ставили? Я тоже в кресте? Для одного хватит. Нет, два пета хватает, все. Ты тоже с нами стоишь, ничего, рейком побьем. Ну я бегаю. Блядь, только смотри аккуратно. Я тут раз бегал. Все, давайте, короче, готовность. Вообще не понятно, что руки, короче, закрывайте, АДДшники, блядь.